Пятеро новосибирцев уже трое суток не могут выбраться из Симферополя. Они купили путевки в агентстве «Свобода Тревел», которое, в свою очередь, заказало их у российского оператора «Анекстур». Ответственность за перелет и проживание несет именно этот оператор. Вернуться сибиряки должны были еще 23 августа, но до сих пор находятся в Крыму. Обеспечить обратную дорогу туроператор поручил местной компании. Там забронировали авиабилеты, но по непонятным причинам бронь не оплатили. В новосибирском турагентстве объясняют, коллеги на побережье не ответили. Отвечают на телефонные звонки, директора фирмы нигде найти не могут. Мы надеемся, что «Анекс» найдет. Они дали вроде как задание своему чартерному отделу искать варианты, искать места. Мы надеемся, что они найдут и вывезут людей. Если случится там вариант, что «Анекс» не справляется, я не знаю, чем будем думать, что не будем придумывать. И уже вечером стало известно, туристам продлили проживание в отеле еще на сутки. Вылет запланирован на завтра.